Привет, друзья. 100 лет не ездил на седане. А так, наверное, лет 6. Но вот, забрали машину на сервис. И дали пока покататься на Lexus ES. Забытые ощущения, тоже свой определенный кайф в этом есть. Еду с тренировки уже. Снимал сегодня, специально для вас, вы меня просите постоянно снимать тренировочки. И снял сегодня очень интересную тренировку на окислительные мышечные волокна на дельты. Ждите скоро на канале. Если понравится, обязательно делитесь в соцсетях, не забывайте. И, конечно же, пишите в комментариях, какие вы хотите ролики, статьи, чтобы выходили, потому что хочется выпускать все-таки полезное, интересное что-то для вас. И я вам покажу, как именно я делаю статодинамику, потому что многие говорят о том, что она не работает, а это не так. Статодинамика, у кого и кому кажется, что это легко, что это ерунда, тот просто, друзья, не умеет качаться. Я вам реально говорю. У меня при статодинамике горят мышцы настолько, что для меня это самый сложный тип тренинга. Потому что нужно не только бороться с весом, но и борешься реально с самим собой, с желанием бросить. Жжение в мышцах просто нереальное. Так что ждите, скоро на канале выйдет этот ролик. Не забывайте, друзья, подписываться, не забывайте приобретать мои книги, а также, что есть группа, закрытая группа ВКонтакте, где нас уже 233 или 234 человека и ни одного недовольного. Что в группе происходит? В группе на каждую новую неделю выкладываются новые программы тренинга, как раз таки по принципу периодизации, рассчитанного по различным типам мышечного волокна. Это самый продвинутый, самый грамотный тренинг с любой точки зрения. С точки зрения развития силовых показателей, выносливости, роста мышечной массы и, конечно же, в первую очередь, с точки зрения здоровья. Мы все помним, что здоровье наше – это все-таки самое главное. И нужно смотреть на любой тренинг, да и вообще на любую жизнедеятельность через призму сохранения, улучшения нашего здоровья. Иначе просто все теряет смысл. Надеюсь, в этом вы со мной согласны. Еще раз, друзья, прошу вас обязательно писать, указывать, какие вы хотите видеть видеоролики на канале, потому что это очень и очень важно. Это на самом деле важно в первую очередь для вас, потому что вы смотрите канал, вы подписчики канала. И я считаю, что вы должны именно диктовать сейчас то направление, в котором должен двигаться канал. Возможно, у вас есть какие-то идеи, какие-то мысли, которые я упускаю. Обязательно делитесь этим в комментариях. Если вы можете снять видеоролик, то обязательно присылайте его. Я выложу его на канале. Если вы знаете каких-то новых блогеров, расскажите об этом. Снимите тоже видео. Если вы являетесь блогером или инструктором, расскажите о себе. Я абсолютно бесплатно, друзья, выложу эти ролики. Единственное, они должны быть информативными. Вы должны, не должны, но по желательно снять о том, кто вы, что вы, каких принципов тренинга придерживаетесь. Примерно в таком вот русле должно быть видео. И я обязательно выложу такое видео. Давайте развиваться вместе. Вы видите, мы сейчас вот пытаемся объединиться с Юрой Спасокукоцким, делать какой-то новый контент, в первую очередь интересный для вас, и объединять под знамена здорового, грамотного, в первую очередь, тренинга различных людей, различных блогеров. Подключайтесь и вы. Мы всегда рады новым людям, думающим людям. И всегда интересно пообщаться даже просто на темы
тренинга и всего, что с этим связано. Так что, друзья, увидимся уже скоро на канале. Всем пока!